Это не доктор. Кто вы? Не бойся. Ты пойдешь со мной. Меня Господь послал за тобой. Встань. Сколько людей? Какие огромные толпы людей. Кто они? Почему они стоят на этом огромном поле? У него и края не видно. И почему на них такие же серые одежды, как и на мне? Кто они? Почему они тут стоят? Они ждут суда над собой. Суда? А что они сделали? Они грешники, жившие на земле, не пожелавшие раскаяться. А теперь они ждут страшного суда. Страшного? Да, Бог страшен для тех, кто грешит. А я? Я ведь тоже грешу. О, у меня столько грехов. Я против Бога говорила, людей обманывала. Я почему я раньше не чувствовала и не понимала, что у меня столько грехов? И почему сейчас меня они словно придавливают меня? Да, если не раскаешься. А я могу еще спастись? Можешь. Надо обратиться к Спасителю. К Спасителю? Это Христос, да? Он что, и правда был? Почему ты говоришь в прошедшем времени? Господь всегда есть. А как мне обратиться к Нему? Как? Ты должна просить у Него прощения за все свои грехи, которые ты совершила за всю свою жизнь. И Он простит тебя. Господи, смотри, какая яркая звезда! Я никогда раньше не видела такой замечательной и удивительной звезды. Откуда она? Эта звезда зажглась над Вифлеемом, когда родился младенец Христос. А, это Вифлеемская звезда? Я не слышала, мне моя бабушка...